дальше. В соответствии с законодательством и регламентом Государственной Думы, решение суда апелляционной инстанции должно быть переправлено в Государственную Думу, и она должна в течение не позже одного месяца рассмотреть данное решение, озвучив его на заседании. Таким образом, статус меня как депутата Государственной Думы будет утерян. Это, в соответствии, он может быть завтра, через месяц. Но это уже как пройдет процесс делопроизводства, передачи решения и организации пленарного заседания Государственной Думы. Что собираетесь делать дальше? Бороться, еще раз бороться за справедливость во всем. Значит, коррупционеров надо сажать. Несправедливость выкорчевывать, просто выкорчевывать везде, где это возможно. Производство в банковской сфере, в судах, в следствии, в силовиках. Значит, несправедливое решение в отношении граждан Российской Федерации, которые утеряны право на возмущение и выхода их на улицу. Право свободы слова, право, так сказать, на справедливое решение. Все это.